раньше мы отапливались с помощью котла, а сейчас мы отапливаемся с помощью вот газового оборудования. Конечно, сказка. Нет грязи. Не надо ничего самим делать. Ни дров, ни угля, ни хлопот со старой печкой. Новый газовый котел развеял как дым все лишние заботы. Теперь, чтобы согреть домочадцев, Ирине Лукиной достаточно нажать пару кнопок. О подключении к природному газу многодетная семья мечтала много лет. Сделать это позволили средства областного маткапитала за рождение третьего ребенка. Почти 140 тысяч рублей. Благодаря масштабной программе газификации голубое топливо поступило уже в 250 тысяч домов и квартир по всему региону. Конечно, это небо и земля. Все-таки это как вот в квартире, уже как в квартире, можно сказать. Вот, потому что, ну, приходишь домой, тепло. Уже не задумываешься о том, что надо дрова какие-то там приносить, уголь набирать. Ребятишки, конечно, очень рады, потому что вот самая большая проблема была, это все-таки утром в частном доме всегда прохладно. Вот, сейчас дети встают. И спать хочется им дольше, потому что тепленько и хорошо, конечно. Природный газ пришел в Омск ровно 30 лет назад. Тогда началось масштабное строительство газопровода протяженностью 600 километров. Из Тюмени прокладывали трубы в Омск, а уже потом в Новосибирск, Кузбасс и на Алтай. В нашем регионе проложили 238 километров. Труб на стройку привезли вагон, точнее 5000 вагонов. Одно из первых на экологичное голубое топливо перешла ТЭЦ-3. Черный дым из трубы сменился на белый. Воодушевление, конечно, было очень большое. Всем хотелось, значит, получить тот газ, который с Тюменского севера шел за границу. Каждый год по две ГРСки строилось. Подключались крупные потребители, шинный завод, завод технического углерода, завод Баранова, полет, значит, котельные, значит, во всех микрорайонах. Значит, и в настоящее время большинство котельных, значит, и большинство ТЭЦ работает на природном газе. Как тут было без воодушевления работать? Среди плюсов природного газа – экологичность и низкая цена. В разы дешевле угля или дров. На голубое топливо активно переходят котельные, промышленные предприятия, частные дома. Сейчас уровень газификации в регионе больше 30%. Всего на проведение голубого топлива до 2020 года выделят 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря договоренности губернатора Александра Буркова с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Так что в ближайшее время газ будет проведен еще в 12 тысяч квартир и домов в 43 селах Тюкалинского, Называевского, Большереченского и Одесского районов. Юлия Ковыршина, Анна Черных, Илья Яковленко. 12 канал.